Всем привет, с вами я, Ник, и сегодня мы играем на Black Rush, и сегодня я буду курьером. Delivery Club или Яндекс, не знаю. Ну что, давайте же этот начать работу, хули. Ну вот так. Так, ладно. Все, начинаю работу. Теперь я деливщик, или как они их называют. И теперь можно за заказом. Главное, что не мочки то никто, ну ладно. Сейчас. Куда? Ой. А куда мне ехать? Так, сюда. Так, я не понял, куда мне ехать? Где? Хрена. Блин, я не... Чё? Чё за дичь? Куда мне ехать? Небольшая пауза. Короче, я нашел это место, но у меня скутер. Поэтому... Ну все, ГГВП. А, ну просто тут недалеко, поэтому... Ой, я зачем слышал? Поэтому можно и добежать. Своим ходом. Это же ковздец. Ну вот, короче, я взял свой транспорт, и поэтому едем на метку. Так, главное, так больше не тупить, а то это может плохо обернуться на моем здоровье. Нет. Так, не нарушаем под ДТД. Я тебя не слышу. Какой-то школьник тупой. Так, ладно. Через мост нам придется гнать. Ну, короче, начинаем все с нуля и это... И что? ХЗ. Куда летишь? Это же ковза полная. Вот как с ними играться вообще? Вот за тех тупых школьников вообще нормально, да, поиграть нельзя. Так, ну ладно, едем на меточку. Хренеточку. Капец, какие-то дома красивые, не красивые. Мне на них еще копить и копить. Ой-ой-ой-ой. Так. Ладно. А, хорошо. Капец, я сейчас этот скорость я снимаю и все. И все. И никуда больше не поеду. А вот, собственно говоря, мы едем на метку. Наконец-таки. И сейчас мы должны вылезти из законченного скутера, чтобы потом залезть обратно.
Главное, чтобы его скутер не угнали, хотя. И теперь едем в другую метку. Конченый таксист, чтобы он это... чтобы его машина сбила. И он сдох. Так, ладно. Нормальненько такое, РП, все, правильно, прям по РП нахрен едем, все. Зашибись. Так. А мы подъезжаем, или не подъезжаем, я хз, но... И едем. Вот примерно так я катаюсь на велике. Так, ладно. О, здорово. А мы уже подъехали. Я не хочу к этому месту подъезжать, потому что мне могут этот скутер украсть, но... Начало всегда трудно. Так, сюда? Сюда. Сюда? А вот сейчас будем ждать, когда меня дойдет. А, до сюда. Ну все, метки. Так, ну все. Давайте-ка поедем уже за третьим заказом, так как первый у нас провалился уже. И получается, мы считаем вот так вот. Раз. Два очередь был. И сейчас едем за третьим. Гелик. Ладно, не буду его подрезать. Но мы продолжаем ехать. А, ну нормально, это типа РП у нас, да, это РП. Нормальненький такой, это, РПшненько прям получилось вообще. Я надеюсь, это админы этого сервера это не посмотрят мое видео и не забанят меня нахрен отсюда. За нон-РП. Так, ладно. Ой, зачем я вышел? Я ж... Капец. Так, ладно, едем за четвертым заказом. Потом поедем обратно и все. Да харе! На НРПшники конченые. Так. Ну да, пинг тут, конечно, жестокий. Так, аккуратно. Аккуратно. А вот и меточка. Так, тут у меня скутер. Братан, давай это по чесноку. Так, мы же нормальные люди. Я же это, я из Деливи. А ты. Нет! Нет, только не скутер, только не надо. Вот так пример об конченого человека, который еще и обдолбанный вдобавок. Эх, ну, придется скакать. Капец, тут вообще на один... А, ну просто недалеко, ну капец. Вообще тут одни какие-то НРПшники конченые, люди вообще обдолбанные. Но тут уже сидел ПРП. Это же Black Rush нахрен. Ну ладно, просто тут недалеко бежать. И я думаю, что на этом мы и закончим. Но я буду
дальше выполнять. Короче, всем пока-пока, с вами был я, Никит. Если ты хочешь еще больше роликов по этой классной игре, но нрпшной, и хз, что еще сказать. Короче, всем пока, пока, я пока посижу просто.